Всем привет, друзья, это реванш. Андрюха в прошлом влоге мне проиграл в подтягиваниях в лесенку. Сегодня я его порву в отжиманиях на брусьях с весом в лесенку. Ладно, на самом деле я погорячился. На брусьях будет сложно его порвать. Но я попробую. Андрей, ты готов проиграть? Нет, наверное. О, проиграешь. Нет, наверное. Я готов тебя порвать. Ну попробуй. Вот так вот, смотри. 16 килограмм с весом. Будет жестко. Мы каждый день треним, каждый день влоги снимаем. Ну почти. И мы уже просто убиты, все болит. А, да, мы сейчас делаем разминочные отжимания на брусьях. И я почувствовал, что после жима в прошлом влоге, который я сделал на максимум 70 килограмм, у меня и грудь болит, писец. А это вчера буквально было. Че, Андрюх, со скольки начинаем? Мы в лесенку с весом. В лесенку с весом. Надо по-хорошему... По состоянию, по ощущениям посмотреть, ну давай. Я предлагаю с 5 по 1 прибавлять. Как тебе? Давай с 3 по 2. С 3 по 2? Окей. Надо было все-таки 5, наверное. Ну, нормально идет, в принципе. Мне кажется, до 15, наверное, спокойно дойдем. Ты в тот раз сказал, в подтягиваниях мы дойдем до 18, вроде бы, или до 19. Ну, без веса, да. Как думаешь, тут до скольки? На 20, наверное, 20? Будет. Мне кажется, блин, у меня максимум был 29. Такое, ну, посмотрим. С этим же весом? Да, да, да. Я настолько забитый, что я уже сомневаюсь, до 15 дойдем или нет. Потому что 7 уже так, ну, чувствительно уже, чувствительно. Что легко как-то залетело вообще. Ну, постепенно начинаешь привыкать. Так, 9. Это уже на черно-оранжевый YouTube пойдет. Это туда контент. Ну что, 11 повторений. Сейчас посмотрим, насколько тяжело пойдет. Пока что нормально, даже без остановок. Ты вообще не чувствуешь, да, походу? Ну так, слегка. Что-то мне кажется, он раз 30 еще сделать может. Не, ну можно будет в конце на максимум просто. В конце мы и так, получается, на максимум будем делать. Ну, не факт. Давай, давай также по такой же схеме, типа, как я в подтягиваниях, и ты через там 1.5-2 минуты делаешь. Ну, если я сольюсь, ты сам с собой будешь потом через 1.5-2 минуты играть. Типа, пока не... Ну, пока не умрешь вообще в хлам. Подожди, а ты на максимум потом не делал? Нет. Я сделал 29, тогда в отказ и все. А, ну ладно. Эй, йоу, друзья, вы же любите замеры, правильно? До того, как я начал, короче, набирать нормальную массу, до того, как у меня желудок более-менее пришел в норму, я весил 61,8 килограмм. Это когда я был в Москве. Сейчас я вешу на данный момент 65,2. Это на голодный желудок, утром, без одежды. Когда я мало весил, у меня бицепс был 37 сантиметров. Давайте проверим, сколько сейчас. А сейчас он 38,5 сантиметров. Я не знаю, вам видно или нет. Руки-базуки возвращаются, я бы хотел сделать руки 40 сантиметров, как у меня и были. При моем маленьком весе, до того, как я начал качать ноги, потому что я их полгода не качал, мои ноги были 51 сантиметр. Давайте посмотрим, сколько сейчас. Прошло всего лишь 2 тренировки, сегодня будет третья. Ноги стали 53 сантиметра. Если вдруг кому-то не видно, надеюсь, видно, фокус есть. Надеюсь. Ну пока что без пауз. Я не знаю, я в полную амплитуду делаю или говно? Ну вроде да. Я сейчас смотрел, чтобы ты вмещался. Но я чувствую, что хорошо мышцы работают, это главное. Мне кажется, вверху я не на полную выгибаю. Вообще не чувствую. Писец. Залетает, как будто без веса делаешь. 15.
Nikes on my feet, yeah, and I got a couple sushis. We ain't have a choice, really. It was either sports or music. 15 уже чувствуется, братан. Мне, по крайней мере. Это сколько в сумме мы сделали? Не знаю. Посчитали, получается 63 повторения пока что. Это не так много. Посмотрим, до скольки дойдем. Я думаю, Андрюха прям очень много сделает. Там, ну, у него летит вообще без шансов у меня 100%. He's on some coward shit, always talking politics. Stand to ourselves, we've been proud of our accomplishments. Вообще даже не устает просто. Не, ну плечи чувствуются? Немножечко, да, совсем? Ну это как раз из-за того, что все еще не восстановились. И как раз чувствуется из-за того, что еще забитость я есть. Я думаю, ты до 30 спокойно дойдешь. 17 повторений. All that shit don't matter, you could tell them niggas bad up. I need my pockets fat enough, hit her with that stamina. У меня прям 17, так, с натяжечкой. Жимы не мое вообще, пацаны. And it wasn't by no accident, like Bill said on tempo, had to switch up the tempo, and we never force it. Вообще не напрягается, пацан, просто. Не, сейчас вот захотелось остановиться даже, повисеть. Но все-таки у меня шансы еще есть? Наверное. Думаешь? Что-то я сомневаюсь. Смотря как у тебя и 19, и 20. Но мне 19, я думаю, уже прям очень сложно будет, сейчас посмотрим. 19, блин! Пишите в комментариях, затащу я или нет. Не, ну я сильный, должен затащить. Но если вы во мне сомневаетесь, можете написать, что не затащу. Даже без остановок, приколи. Нормально рельефчик выйдет? Не могу нормально прожать. Напамятился чуть-чуть. И прыщ от химии. Химиотерапия. Опа, вот ты и попался. Станозолол там эти всякие. Туринабол. Гладиаторы. Это что-то не с той стихии, да, походу? Ну ладно, всякие там эти. Метандролалон. Оксанадролон. Ну всякие вот эти там. Непонятные слова, это все я. Когда я регулярно качал ноги, у меня они были 58 сантиметров. Попробуем вернуть, если опять желудок не накроется, потому что я ем очень много, и он может в теории накрыться снова. Большой вес брать не буду, буду качественно делать. Чтобы не половинчатые какие-то приседы делать, а нормальные, хотя бы на 90 градусов. Андрюхе залетит, я думаю, просто как по маслу. Но у него, чтобы вы даже заметили, типа, выражение лица просто не меняется. Он как камень просто, реально. Фигарит. Я там напрягаюсь, у меня зубы чуть ли не лопаются просто. Но у него как бы, ну, такой просто, оп, фейспалм такой. При подходе просто всегда серьезный. Да. Как на совещании, на собрании. Как на совещании. А ты не напрягаешься, да? У тебя мимика не меняется? Да, вообще иногда, никогда? Иногда. Я просто ни разу не видел, чтобы у тебя лицо изменялось во время подхода. Посмотрим, когда ты там 40 будешь делать вот за подход. Посмотрим, будет ли у тебя мимика меняться или нет. Я охерею, если нет. Сейчас 21 повторение, пацаны. Я уверен, что уже будет прям максимально сложно. Я постараюсь затащить, но не обещаю ничего. На силе воли затащу, полюбас. Сдал без остановок, братан.
смотреть. Сейчас в обморок упаду от перегруза. I'm sick with the weight of addiction, paint pictures, I'm all in their face, make them feel nauseous. Big smile on my face, but I feel foggy. No links up, but I'm still logging. Cardi on arms like I'm Mr. Rogers, rolling up parsley with the pink roll. I'm in a space coupe with the tank garment. Finna burn figure eights till I get car sick. Why nigga clean plate, but he still starving. Lace day swans and I'm still saucy. Big slept on, got him still groggy. Only day one, but I'm still flossing. Ты почувствовал хоть что-то, нет? Ну, я чувствую. Но, как бы, до отказа далеко, да, как я понимаю? Ну, до отказа, наверное, да. Друзья, у меня такая стратегия, короче, чтобы мозг немного обмануть, я по 5 считаю. То есть, когда 21 делали, я считал 5-5-5-5-1. Сейчас буду считать 5-5-5-5-5-3. Посмотрим, сработает или нет. В тот раз я сделал без остановок 21, хотя 19 уже сложно было. The pain inside, don't wanna feel it. So I pour up inside my cup and I just sit till I can't feel it. Это реально работает, братан. Я без остановок 23 захреначил. Давай попробуем. Давай мою стратегию, тактику, давай. Ну, не то, чтобы что-то поменялось. Ничего не поменялось? Нет. А у меня меняется. Не знаю, мне без разницы. Ну, потому что и так сильный. Давай, если я сейчас 25 делаю без остановок, вот по своей методике 5-5-5-5-5-5-5-5, это значит, что она рабочая. Ну, ладно. Потому что 19 реально у меня сложно шли тогда. Я думал, я 21 вообще никак не спрощу. А тут уже до 25 дошел. Пробуем. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference. One more sip and I'ma face it. 27 уже не прилетит. Я прям чувствую, жопа будет. Ну вдруг. Ну хотя бы 25 есть, я уже доволен. I'll give my kids a change. Don't call me a sip for none unless you do the same. I wanna catch as fast as that and I don't do no range. Yeah. Опа, и Андрюша уже отдыхает. Ядрить. Что за дела? Что, уже сложновато, что ли, идет? Ну, я говорю, да, что забиваешь. Нифига себе. Да, сделал 4 подходика рабочих, таких хорошеньких, качественных. Жопа нормально забилась. Квадрицепсы тоже. Короче, сейчас переходим к выпадам со штангой. Возьму небольшой вес и буду делать выпады. Еще один подходик, и будем потом делать 3 подхода мертвую тягу, тоже со штангой. 27 повторений, друзья. Я думаю, это вот прям последний подход. Если я его затащу, то это, блин, это будет очень круто. Но что-то мне кажется, что я не затащу, потому что последний раз, как я и говорил, рекорд был 29 на забитую, а тут уже 27, столько подходов в лесенку, это мы больше 200 повторений сделали уже. Да? Или сколько там получается? У меня, по-моему, еще не 200. Ну, почти 200, короче. Не, это все. У меня уже руки просто не тащат абсолютно. 21, да я сделал вроде. Ну что, пишите в комментариях, Андрюха затащит 27 сейчас или нет. Как думаете? Как думаете? Как думаете? Я думаю, должен затащить. Давай, let's go. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Есть 27, на базу, сюда его. Забился или нет? Как думаешь? Как да. Думаешь, следующий подход сделаешь или забьем болт? Не, ну попытаться-то можно. Давай тогда. Давай 3 минуты тебе отдыха. Давай 3. 57, 58, 59, 60. 29 повторений.
flex my swole up. Double cup and I'm pulled up. Niggas hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Big flex my swole up. Hard body they fold up. Shorty say I done glowed up. Double text on my phone up. Fuck with your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Serve him a fade, I'ma hand him the shears. He not the man of your peers. Смотрите, потихоньку тащат, блин. 25, да, правильно? Охренеть, я так отдыхать не могу. У меня сразу же руки забиваются. 26 28. Хорош. 29. Техника Дэна Саратова. Рабочая. Дэн Саратов по 300 повторений так делает, отдыхает. А просто удобно. Ну, удобно, да, но я так не могу почему-то. У меня как-то руки выворачиваются, и на суставы большая нагрузка идет. Красава. Но дальше все. Четко. Никак. Молодец. I got right here with my day. Young niggas from where that crevice be. I've been silent since the less of me. Out here with the sea, really in the field. Niggas on cam now, I got plants now. Finna branch out, grew up quick. But never let go of this here. All of that bullshit is in my rear. Ну вот и все, друзья. Тренировка закончена. Ножки убились в каламину. Спасибо огромное, что посмотрели этот ролик. Не забудьте оставить лайк, подписаться на канал, если еще не подписаны, и напишите любой комментарий. Я все читаю абсолютно, каждый комментарий, вот базарю. Короче, все, увидимся в следующем выпуске. Пока!